нас, это, обычных людей, не коснутся ни санкции, ничего. Но наша экономика от этого будет лучше только. Мы взбодримся, ну, а мы начнем выпускать то, что не делали раньше. Ну, наши, а деньги отправятся на заводы, а к нам, в Иваново, ну, а в Нижний Новгород, а в Воронеж. Это будет все расти и развиваться. Надо устанавливать новые заводы и фабрики вместо магазинов.